Хотя романы вот так. На канале Камила и Каролина. Сегодня мы будем открывать подарки. Да. Что за подарки? Такие. Папа встречал, да, нас да. С подарками. А мы приехали домой. Папа нас встретил такими. А помните, как мы поздравляли бабушку? Угу. Посмотрите предыдущее видео, да? Да. Там мы поздравляли нашу бабушку. Ну что, что там у нас в пакетиках? Да. Давайте сделаем вот это. Ну ладно. Будем открывать. Это вот такой Минюша с одной стороны двумя глазами, с таким ртом. А с другой стороны вот так. Вот так вот открыть. Вот здесь, а. Где? Вот здесь под ногами. Хотя романы вот так. Ой, чуть не высыпались. О, тут, я думаю, тут дырка, а тут нет. Да. У меня есть дырка. Ну, маленькая. Ой. Просто ножки, да? Да. Вот это голова. А тут конфетки? Ёжики. Дай попробовать. Смотри, не те какие-то. Сладкие очень. Они из меда сделаны. Я покажу твою. Угу, очень сладкие. Я наставлю на потом. Раскусываешь а? Таблетку. Сладкие. Таешь таблетку, а да? А засыпается, не засыпает. Таешь таблетку. Ему надо переворачивать. Смотри, как. Спит, Ваня, помогите, да? Пожалуйста. Бери. Просто закрывай все. Я выбираю вот такой язык. Показывай. Помогите, пожалуйста. Ладно, да. Помогите, пожалуйста. Яблочный, кока-кольный, лимонный. Опа! Это камера. И такая же. Закрывать? Да. Я чуть-чуть. Ну, да. Ладно, он маленький. Я попробую взять какой. Да. Один кислый. Покажи полностью. Это... Мы играли в челлендж один раз. Каролина его не смогла доесть. Нет, я положу. Положить, пожалуйста. Я не хочу положить. Положи в пакетик. А ну не могу. Вот сюда ложи. Полностью. Так, следующие у нас часики. Все, я с тобой, Каролин. Это все, часики. Они одеваются на ручку даже, да? Угу. Сейчас. Засунем. Можно внутрь положить. Одень на ручку часики. Ну, такие классные часы. Да. Ну, вот это мои часы. Вот они. Яблоко. О, как много сахара. Я хочу первую конфетку. Это. Может, это нет. Зубы поломать можно, это точно. Это конфетки или жвачки? Это конфеты. Ну, попробуй, пойдем. А там что есть? А
там записано. Очень твердые. Вот записано. Либо не в ногу. Потом найдем. А, это картоновая апельсина. А в нем манипотики. Да. Так, ладно. Вкусно. Давай следующим. Ну, давай. Я убираю Skittles. Я тоже. Покажите пачку. Обними Skittles. Если они кислые, но они не кислые. Не, почему? Они немножко кисловатые. Да, немножко кисловатые, но не надо. Так, ладно. Какой такой желтый? Нет. Кислый. Скидывался даже шоколада нету. Обычная жвачка. Жевательная конфета. Давай ММ дам. Сейчас я съем. Покажите цвета Skittles. Сейчас покажем. Вот это. Разные цвета. Как ММ Дэмс. А вот это Дэмс. Ну что, давайте открывать ММ Дэмс. Вот это. У королюхи, гляньте, какие ММ Дэмс здоровые. А это смотрите какой. А сейчас положу. А ну скорее пробуй. С орешком или с изюмом? С орешком. С орешком. С орешком. Ну, расставил. Ну, открывай. Аккуратненько. Нет, вы, наверное, открываете так, чтобы бумажечки осталось, а то сейчас шоколад потечет. Нет, одна бумажечка останется, и... Ой, шоколад прилип. У меня есть коллекции. Вот так, Каролин. А вроде нет. У меня есть коллекции. Тоже. Давай вот это в сторонку сюда, чтобы под солнышко подальше. Нет, не растаял. Акула. В королюхе попалась вот такая вот акула. Акула зубастик. Белая. А, львенок. Интересно. Как-то двигается. Так, еще что тут есть? О, косточка. Так, у Камилы вот такая вот собачка. Это не собачка, это львенок. Или львенок, или собачка, да. Ну, да. Ладно, тут вот коллекция крокодил, медвежонок, бегемотик и львенок. Зоопарк тебе попался. Ты ж не пошла с нами в зоопарк в Киев? С горем пополам мы собрали нашу акулу. Показывай, Каролина. Ну, Каролин, я ж так не вижу. Ты мне волком покажи. Мне тоже рот открывается. У тебя вот. Мне показалось, что это собака. Это не собака, это лев. Показывай своего львенка. Ставь. Оно не упадет к воде. Не упадет. Так, пока шоколад не растаял, давайте дальше. Вот вот это. Вот это последнее у нас, да? Да. Ну ладно. Ну ничего, открывай. Я не ношу.
Вот так, Каролин. Фантики давайте мне. А у меня с бумажкой повалился. Машинка. И сама сделала. О, боже мой. А что это за вещи? А, еще есть. Так. У Каролины попался крутой мотоцикл. Для свинки Пеппы или для Джорджа? Для Джорджа. Для свинки Пеппы. Это что-то мальчик или Джорджа? Ну, для девочек тоже попалось. А у Камилы что попалось? Змей Гринч. Как она? Дай вкладыш, пожалуйста. Я еще поняла. Мой кладыш. Где мой кладыш? Мам. Кладыш, как это делать? Так. Ставим. Что делать? Чтобы так говорим. И что там? Еще браслет. Покажи. Я думаю. Камил, потом оденешь, покажи сначала. Камиле, вот такое вот платилось. Непонятно что. Держи, Камил. Угу. И браслет. Так, браслет. Давай я сделаю руль. Это не давай. Вот такой крутой мотоцикл попался у Каролины. Сейчас улетит, он пойдет грызть свою косточку. А потом у него просто сберет акула эту косточку. И съест. Ладно, всем пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами были Камила и Каролина. На канале Камила и Каролина. Пока-пока. Пока. Королюха. Жмите на красную кнопочку на колокольчик. Выходи на улицу, подгляни и видео. Пока-пока. Пока. Пока-пока. Еще и на моторчике, да? Я аккуратно.